29-летняя Нюша отдыхает в США, певица поделилась горячим снимком, ради которого она примерила соблазнительный купальник. Исполнительница запечатлена на пляже у самой кромки воды. Молодая мама надела манекене с хищным принтом. Волосы звезда оставила распущенными. Нюша принимала сексуальные позы, демонстрируя свою подтянутую фигуру и красивый загар. Она призналась, что сейчас думает над тем, чтобы отказаться от животного белка. Певица уже 10 лет не ест мясо, а теперь она решила перейти на новый уровень. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется, сообщила Нюша поклонникам. Многие поддержали решение знаменитости, а некоторые предпочли отреагировать только на ее провокационные фото. Как всегда, красивая красотка, суперфигурка, бомба, ну, ты, лучшая, написали фолловеры. Дочери Нюши, Игоря Сивова, исполнился год. Певица показала трогательное видео с мужем и дочкой на пляже. Посмотреть, как выглядят звездные мамы после родов, можно здесь.